Посмотрите, какой я сделал салат Цезарь. Аж в три тарелки для членов моей семьи. Потому что я люблю свою семью. Посмотрите, какой Цезарь. Аромат. Просто надо наблюдать. Здесь сыр. Находятся помидорки. Готовьте и радуйте своих жен, как это делаю я. Пачки можно обрезать. Просто шикарно. Вкусно. Посмотрите, как. Просто шикарно. Смотрите, даже в ресторан не надо идти. Ходите в магазин, покупайте ингредиент, и у вас будет хороший салат Цезарь. Поверьте мне, как начинающему повару. Я в молодости учился многому. И вот результат через столько лет. Вы видели, как я пирожки варю, делаю, то есть жарю, как я курицу жарю, как я делаю различные блюда. Вот так вот. Вот это Юлий, вернее, я чуть не сказал Юлий Цезарь, салат Цезарь в честь Юлия Цезаря. Может быть, пройдут года, будут называть салат в честь нашего президента, кто его знает. Вот так вот. Вот такой вкусный, хороший салатик. Под руководством меня. Подписываемся на мой YouTube канал, на мой Дзен канал. Ставим два лайкосика. Комментарий приветствуется. Пока-пока.